Правительство одобрило введение дополнительных выплат к страховым пенсиям жителям Крайнего Севера и приравненных к ним местностям. Документ определяет порядок предоставления повышенных выплат в размере районного коэффициента для тех пенсионеров, которые переехали на постоянное или временное проживание в эти районы. Люди высокого возраста, постоянно проживающие в нашем регионе и имеющие регистрацию по месту жительства, эту надбавку получают уже давно. Новое постановление определило порядок для вновь прибывших пенсионеров, причем не только граждан России, но и других государств. Также в документе прописан порядок предоставления дополнительной выплаты пенсионерам старше 80 лет, инвалидам первой группы или имеющим на иждивении нетрудоспособных членов семьи. У нас установлен федеральными законами районный коэффициент 1,5 в Ненецком округе и на островах Северного Ледовитого океана, это у нас Вайгач и Колгуев, там коэффициент 2 к базовому размеру пенсии. Базовый размер пенсии в нашем регионе составляет 6575 рублей. Из этой суммы размер фиксированной доплаты составляет более 2000. Чтобы приехавшие пенсионеры смогли получить дополнительные выплаты, им необходимо оформить постоянную или временную регистрацию на территории региона, а после этого написать специальное заявление в отделении пенсионного фонда.